saw you standing there. About fell out my chair. And when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. В городском отделении записи актов гражданского состояния с 14 февраля открылась выставка работ свадебных фотографов с красивым названием «Любви. Счастливые мгновения». Данная выставка у нас посвящена Дню всех влюбленных, 14 февраля. К этой дате мы и приурочили вот такую красоту, разместили на стендах. Конечно, хочется еще раз сказать, что брак, который зарегистрирован в органах ЗАГС, это брак, который, соответственно, несет все юридические последствия. Поэтому мы хоть хотим показать, какая это красота, какие это действительно счастливые моменты в жизни каждого человека. Поэтому всех приглашаем к нам. На счастливые мгновения, соединяющие две судьбы в одну, посмотреть может каждый. Стоит только выбрать время. Олег Ефремов, Александра Ермакова, новости Слог ТВ. The obligation that you made.